Всем привет! Всем привет! Мы на канале. И сегодня мы с Ксюшей будем открывать кукла. Открывать большую куклу. И вот такие маленькие сюрпризики. И вот такие маленькие забавные сюрпризики. На них прям так и написано. Забавные сюрпризики. Для девочек. Такие ярко-розового цвета. Прикольные такие. Девочка Ксюша у нас, представьте, знает стихи, загадки, скороговорки, рассказывает сказку, играет в прятки. И с чего мы, Ксюша, начнем открывать? Сюрпризики Ксюша хочет открывать. Ну давай открывай. У нас есть такие подставки под ко-ко, как будто лапки куриные. Ко-ко-ко-ко-ко. Открываем. И Ксюша легко справляется с заданием. Давай папа поможет. Да. Ух ты! Бум! Разлетелась! Помочь? Помочь? Открываем. И что там у нас? Ух ты! Это кулончик в виде сердечка. Он вешается на шею. Давай папа развяжет его. Давай покажем. Вот такой кулончик на веревочке. Непонятно, что нарисовано, но... Наверное, алмаз. Точно, алмаз. Так. Смотрим, здесь есть такая коллекция. Вот он наш сюрпризик, который попался. Кошечка, даже собачка, браслетики, мячик. Ну, куча всего здесь. И сиделка. Развяжем, Ксюш? Да. Папа, сиделка. Это сиделка. Папа, я не верю. Давай, Ксюша, повесим тебе на шейку. Ух ты, такая прикольная. А ну, покажи. Покажи, ну как бы. Вау, супер. Теперь какой цвет будем открывать? Белый. Бело-розовый. Давай, открывай, Ксюшенька. Давай быстрее, мне папе прям не терпится. Что там? Ух ты, это что такое? Дай папа посмотрит. Это значок. Вешается на маечку, на рубашечку, на что угодно. Такой собачонок прикольный. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Смотри, Ксюш, какой он. Ух ты ж, какая крутая, как клево она смотрится. И теперь последний будем открывать, давай. О, еще одно сердечко. Только это зеленого цвета. Давай посмотрим. На такой синей веревочке. Давай, Ксюша, тебе его повесим, давай. Вот, у Ксюши два сердечка. И такой жетончик с собачкой прикольный. Теперь что мы будем? Открывать Ксюшу, да? Большую коробку, Ксюша. Большую Ксюшу. Я смотрю, здесь на коробке нарисовано, что она в шапке, в зимней одежде. И, наверное, холодно сейчас, да, Ксюш? Давай будем открывать, быстро-быстро. Так, где она у нас приклеена здесь? О, ничего себе, она огромная! Смотри, Ксюша, она какая огромная! Она большая-большая, даже в камеру не помещается. Смотри, какая большая! Ничего себе! Она большая! Она больше, чем Ксюша, ростом! Ой, а я тебя хочу покорить! Она больше, чем ты, представляешь, ростом? Давай ее доставать быстро! Давай! Давай быстро доставай! У тебя Гатя! А у тебя Гатя дядя! Я Гатя! Мне прям не терпится ее достать! Она такая крутая! Она крутая! И очень крутая! Очень огромная! И очень крутая! И она умеет разговаривать! Сейчас будем смотреть и слушать ее! Вот она у нас появляется. Ксюша, загородила. Ксюша, тебя не видно, покажись.
Вот она, Ксюша, выглядывает. Гадя. Ух ты, какая она клевая. Она клевая, и очень хочу ходить. Она приятная. В коробке у нас больше ничего нет. Она пустая коробочка. Она хочу... Сейчас достанем, да, подожди немного. Папа, немного. Папе самому не терпится. Папа, и еще книга. Это что такое? Это книжка у нее. Ну давай перевернем ее. Здесь написано, что надо делать. Папа, я не. Мы с Ксюшей достали сестричку Ксюшу. Она такая белобрысая, красивая. Ой, у нее глазки шевелятся. Ничего себе, ручки такие, как будто настоящие. Попробуй, Ксюш. За пальчик, да? У нее шапочка, курточка. Ух ты, я так понимаю, курточка снимается. Да, она снимается, Ксюш. Зайка такой красивый нарисованный. В сапожках, юбка у ней и сумочка. Смотри, какая сумка у ней, прикольная. И глазки закрываются. Так, она у нас же должна разговаривать. Ксюша, Ксюша, привет. Нет, не хочет. Ее, видимо, надо включить как-то. Так, а где же она у нас включается? Ага, я так понимаю, здесь, по идее. Ой, тут и боялки. Да, здесь, Ксюша. Привет. Ой-ой-ой, что-то у меня голова закружилась. Ничего себе, ты слышала? Ксюша. Что она говорит? Ой-ой-ой, ей не нравится, когда ее переворачиваешь. Мне неудобно так, подними меня. Ты слышишь? Она говорит, ей неудобно. Давай поднимем ее. Выбирай, что будем делать? Гулять, учить буквы, скороговорки, загадки. Или послушать сказку. Она нам песенку поет. Танцуй, Ксюша. Танцуй, танцуй. А что она еще умеет у нас? Давай попробуем. Давай спать. Послушаем колыбельную песенку. Видишь, она нам сейчас будет петь песенку колыбельную, чтобы мы спали. Какая песенка клевая, аж хочется спать. Ты хочешь спать? Ложись спать. Закрывай глазки. Сейчас папа тоже, наверное, ляжет спать с тобой. Как она клево поет. Тебе нравится, Ксюш? Давай ей шапочку поправим. Видишь, она тебе поет. Ксюша, засыпай. Давай еще попробуем, что она умеет. Ей надо нажимать на ладонь, чтобы она разговаривала с нами. А ну-ка. Ну давай, скажи что-нибудь. Смотри. О, смотри, она уснула. Она сказала, давай спать, и уснула. Смотри. Смотрите, как она спит. Ничего себе. Привет, это я, Ксюша. Ой, да рядом, что ты рядом? Ой, она колея. Ой, ой. Что она еще может? Давай отдохнем. Не-не-не, еще рано отдыхать. Мы же только что поспали, давай разговаривать с тобой. Привет! 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 Это я, Ксюша. Так рада, что ты рядом. Привет! Расскажи нам сказку. Осеннюю сказку? Ой, дядька. Хочу сказку. Хочу сказку. Не хочет, Ксюша. Сейчас я тебе загадаю загадку. А, загадка она будет загадывать. Ответ на них, да или нет? Итак, внимание! Пальму вниз, на пальму снова, ловко привит, корова! Да и нет! Потом еще, я повторю, пальму вниз, на пальму снова, ловко привит, корова! Нет! Да и нет! Нет! Правильно, никакая это не корова! Это обезьяна! Правильно! Итак, обезьяна. Следующая загадка. Обезьяна! И сыновей учат хрюкать, Солодей. Нет. Да или нет? Нет. Так держать. Хрюкает свинья, а соловей поет. Поет соловей? Последняя загадка. Еще одну, наверное, загадай. Ноги видит сон, лохматый косолапый слон. Да или нет? Нет. Привет, друзья. Ой, а я смешная. Она смешная, видишь? Сейчас тепло или холодно? Тепло. Желаю тебе хорошего настроения. Ой, спасибо. Это здорово. Скажи
Когда небо ясное, воздух свежий, тепло, уютно. Хочется сделать что-нибудь приятное и полезное. Мы его так перевернем. Привет, друзья. Ух ты, кажется, я попала в страну, где все наоборот. Это точно. Мы же ее перевернули наоборот, и ей неудобно. Что будем делать? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. У меня голова закружилась. Голова не кружится, давай ее поднимем. Выбирай, что будем делать? Гулять. Гулять? Гулять будем. Загадки. Будем гулять. Гулять будем. Давай. Гулять. Ура, ура, скорее одевайся. Да ты же и так уже одета, это нам надо одеваться с Ксюшей. 5, вместе мы идем гулять. Хоп, хоп, и сейчас песенка веселая, танцуем. Танцуем, танцуем с Ксюшей. Давай, Ксюша тоже хочет танцевать, мне кажется, да? Давай ее выпрямим ножки. Вот так она будет танцевать с нами. Смотрите, она больше, чем Ксюша. Она огромная. Да такая веселая. Тебе нравится, Ксюша, данная кукла? Да. Вставай, Ксюша. Потанцуй с Ксюшенькой. Видишь, она танцует. Весело. Давай ее перебьем, что она еще нам предложит. Выбирай, что будем делать. Гулять, учить. Сказку. Сказку. Опа, давай слушать сказку. Стала однажды лиса по дорожке, посмотрела на ворону и упала в колодец. Воды в колодце не много. Утонуть нельзя, но и выскочить тоже нельзя. Она рассказывает сказку, слушай. Сидит лиса в колодце и думает, что делать. В это время по дороге шел козел. Умная голова. Козел, бей. Там увидел лису. Там отдыхаю, голубчик, отвечает лиса. А чего она отдыхает, интересно? Уморилась, наверное. Прохладно, хорошо, воды холодной, сколько хочешь. А козел давно пить хотел. А хороша ли вода? Спрашивает козел. Отлично. Давай сейчас скажем ей. Давай спать. Давай отдохнем. Послушаем колыбельную песенку. Ксюше нравится, как она песенку колыбельную поет. Сказочную страну. Ты так она головой туда-сюда мотыляет. Это страну поет. Колыбельную, да, поет? Расчеши кудряшки, крошки. Ты воспи, воспи. Обними, Ксюша. Вот так. Поцелуй, Ксюша. Ксюша, тебе понравилось сегодня открывать игрушки, Ксюшеньку? Да. Понравилось? Да, у меня есть сердечек. У тебя есть два сердечка и жетончик. И будьте катить. Ну что, будем прощаться с нашими зрителями? Давай. Пока-пока всем! Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будем стараться выкладывать каждый день новое видео. Всего доброго, пока-пока!